Махаю шоколадки, на связи снова я, Лесли. Сегодня я расскажу вам тайну, как попасть в мир Даши путешественницы. Это сделать не так уж и сложно. Нам понадобится начерченный мелом круг на полу. В него мы должны положить карту и рюкзак. Не спрашивайте. После того, как мы положили все эти вещи в круг. Ай. Вау, это сработало. Башмачок, я взяла с собой новую книжку. Круто. О чем она? Естественно, о крепкой мужской дружбе. Кто ты такая? К нам в джунгли редко кто приезжает. Меня зовут Леся, и я здесь, чтобы найти приключения. Отлично. Но сначала мы должны почитать книжку. Она находится в моем рюкзаке. Чтобы ее достать, нужно сказать рюкзак. Вам нужно просто сказать рюкзак. Рюкзак. Скажите рюкзак, скажите рюкзак. Рюкзак. Громче. Рюкзак, блядь! Тут рассказывается про цветок под названием Лук-Батун. Он растет на самой высокой горе в джунглях. Давайте достанем карту, чтобы узнать путь. Скажи карта. Скажи карта. Скажи карта. Карта. Если отправляетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Я карта. Я карта. Смело идите, куда захотели. Я приведу вас прямо к цели. Я карта. Я карта. Я карта. Я карта. Чтобы его найти, нужно пройти глубокий лес, зыбучие пески, пещеру с горными скелетами и гору с смертельными шипами. Полетим напролом. Удачи тебе найти Лук-Батун. 2000 years later.